Нина Вячеславовна, сколько подростков уже трудоустроены в летний период и какую работу они выполняют? В 2022 году трудовая занятость несовершеннолетних исчисляется не только летним периодом, но и начинается с апреля месяца. С апреля по июнь было трудоустроено 432 несовершеннолетних ребенка. В прошлом году за летний период был трудоустроен 431 подросток. За июль и август мы дополнительно планируем трудоустроить 130 детей. Какую работу и какой функционал выполняют дети? У нас есть ряд направлений. Есть аниматорский актив драйв, который проводит игровые программы на территории ТОСов, на придворовых территориях. Предварительно они проходят обучение в школе подготовки аниматоров. Следующее наше направление. Зеленый патруль организует трудовую деятельность по благоустройству территории города. Ухаживают за растениями в парке, облагораживают территорию Парка Победы, дополнительно занимаются очисткой береговой линии. Расскажите, как трудоустраивают ребят? Трудоустройство у нас осуществляется от 14 до 18 лет. То есть с того момента, как у ребенка появляется паспорт, он может свободно оформить ИНН и СНИЛС. Помимо этого стандартного пакета документов, если ребенку нет 15 лет, то есть 14-летний возраст, необходимо подойти к нам в отдел по делам молодежи, взять проект трудового договора и вместе с родителями обратиться в отдел опеки и попечительства. Отдел опеки и попечительства выдает соглашение и согласие на то, что ребенок работает в летний период, и они это не запрещают. Также дополнительно предоставляется справка с учебного заведения о том, что действительно ребенок обучается в той или иной организации. Предоставляются медицинские документы, заключение от медработников о том, что нет никаких препятствий для выполнения трудовых заданий. Нина Вячеславовна, сколько часов в день работают подростки? Работа несовершеннолетних у нас регламентирована. Труд составляет 2 часа в день. Зависит от задач. Если это выезд, значит, это все равно 2 часа. Если это встреча в парке по благоустройству, это тоже все равно 2 часа. Если в какой-то из дней нет задач, то выходные бывают массовые выходы, массовые субботники, и неотработанное время компенсируется следующим выходом. Как оплачивается труд несовершеннолетних? Оплата труда несовершеннолетним производится на карту, реквизиты которого предоставляются сразу при трудоустройстве. Она происходит один раз в месяц, и оплата составляет порядка 3,5 тысяч рублей.